Здравствуйте, мои дорогие! Я рада встрече с вами. Сегодня у меня будет распаковка посылок сайта AliExpress. Посылок много, сразу вам говорю. Не знаю, все ли я умещу в это видео или разделю на два, не знаю. Посмотрим, как будет получаться. Посылки у меня все в разнобой, поэтому что, какой пакетик возьму, то и будем смотреть. Начинаем? Первая посылка. Это посылка, я заказала себе заготовки для сережек. Вот такие вот клипсы. Еще не попробовала их в деле. Взяла в бронзе, бронзовый цвет, серебро. Золото у меня уже есть, я вам показывала в прошлой распаковки. Идут они по 10 штук в лоте. Ну, вот такие. Смотрите, серебро какое. Цвет серебра очень яркий, прям глянцевый. Написано было, что это гипоаллергенный металл. Ну, будем надеяться. Я, правда, вот не попробовала. Надо было, наверное, попробовать поносить часик-два. Будем надеяться. И пробовать, что ничего не потемнеет. И на ушках будет себя хорошо вести. Да, могу вот вам показать. Смотрите, вот у меня этот браслет с эдолитом. Делала я его года 2 или 2,5 назад. И вот как себя ведет фурнитура. Вот смотрите. Я его довольно-таки часто ношу. Вот такие коннекторы или бусины, их как назвать, в виде тюльпана. Они есть золотого цвета. Вот золотые я еще не использовала. А эти вот так себя ведут. Они немножко как бы потемнели, как бы стали матовые. Мне кажется, вот здесь вот проглядывает медь чуть-чуть. Но все равно они смотрятся хорошо. Не совсем уж они облезлые как бы. Вот, дальше эта цепочка удлиняющая. А вот, кстати, на пине, вот бусинка, пин немножечко. Так, видно, нет? Цвет поменял, вышаркался. Так, вот так делаю. Вот, смотрите. Цвет немножко поменялся. Бусины, вот эти вот бусины идут в виде НЛО. Это пластиковые бусины, с ними ничего не произошло. Дальше шапочки. Вообще отлично смотрятся. В общем, здесь между бусинками, еще между шапочками стоит гематит. Гематит, он не меняет цвет. То есть вот, я его ношу довольно-таки часто. Очень люблю этот браслет свой. Мне кажется, нормальная. Вот эта фурнитура нормальная. Что касается вот этих вот сережек, как говорится, будем посмотреть. Так, поехали дальше. Тут что у нас? Посылка была объединенная, поэтому все подряд. Как-то вот я заказываю так вот. Что мне понравилось, то и заказываю. Разные магазины. Здесь я заказала сережки, крючки. Ну, вот они. Написано Gun Black Metal. Мне кажется, это под темное серебро. Под античное серебро, но они очень сверкают. Ну, хорошие крючки для сережек. Здесь, по-моему, 10 пар, 20 штучек идет. И продавец продает разного размера. То есть есть помельче и покрупнее. Вот эти, по-моему, размер 3 был написан. Не совсем на маленькое ушко. Есть совсем прям маленькие. И расцветочки разные. И под серебро, и под розовое золото, и под бронзу есть. Я, по-моему, заказала. Где-то тоже они среди этих посылок должны быть. Так что посмотрим. Ну, вот такие сережки буду делать. Обязательно все вам буду показывать. Пока еще не делала с этими. Именно с этими не делала, с другими делала. И много уже показывала. Так, дальше поехали. Следующее. Так, что тут у нас?
Вот эта посылка вообще столетняя уже, как говорится. Я про нее забыла. Вот так она лежала. Даже вот уже успела я подписать. Но смысла нет говорить и цены. Единственное, что скажу, только размеры, наверное. Это замочек. Вот такой. Вот он должен вот так раскрываться. Можно использовать и на бусины. Вернее, на бусы. Вот такая там перекладинка. Сейчас вам поближе покажу. Ну, она немножечко заглублена. Я думаю, она будет хорошо держать бусинку и не будет оттопыриваться. Вот сейчас я вам скажу, о чем идет речь. Так, вот бусина у меня большая. Бусина аметиста. Да, она тут большая, конечно. Ну, в общем, бусина же у нас круглая, поэтому она должна туда немножечко войти. Так, давайте посмотрим, может быть, я меленькую найду бусинку. Так, вот бусина агата, я сейчас возьму. То есть она должна туда, вот она не совсем туда плотно встает. Перекладина как бы дугой. Вот надо попробовать, может быть, она чем-то инструментом туда каким-то ее заглубить. Ну а если взять бусины помельче, не знаю. В общем, надо пробовать. А так очень красивая. Цепочечки тут, посмотрите. И какие-то стразики здесь. Вот на этом элементе. Вот здесь. Ну, замочек такой интересный. Цвет хороший. Мне он очень понравился. Так, какой у меня тут размер-то? 11 на 53. Есть золото и платина еще со стразами. Вот на этой штучке, по-моему, есть со стразами. Но этот подешевле был. Хорошее очень качество. Вот такой замочек. Довольно-таки интересный. Миниатюрный. Ну вот с перекладинкой надо попробовать что-то сделать. В общем, хороший замочек. Так, а вот это это сережки. Посмотрите, какая форма у этих сережек. Вот, довольно-таки крупные они. Такого вида. Это гвоздики. Смотрите, как она раскрывается. Вот, в ухо вставляется вот этот вот штырек. А этот фиксирует. Вот так вот это смотрится. И с этой стороны колец прикрепляется... Ну, какая-то декоративная часть. Какие-то бусинки. Можно подлиннее. Причем они соединиться должны. Тогда будет, наверное, красиво. На страничке у продавца там есть пример, как делаются такие сережки. И готовые сережки уже есть. То есть, вот такой интересный дизайн этих сережек. В общем... Надо попробовать что-то из них сделать. Так, пока у меня все по сережкам, да? Так, написано латунь и позолота 14 карат. Вот, идут они вот так вот, две штучки, то есть пара. И есть еще и платина, цвет под платину. 21 на 23 размеры, довольно-таки крупные серьги. Получится. Так, и вот такие, значит, сережечки. Так, девчонки, всем спасибо, кто смотрит мои видео. Смотрит их до конца. Так, следующая посылочка. Это вот магазин. Всем известный. Вот такой быстренько показала и закрыла. Я заказала еще сережки. Хорошие очень качественные серьги. Здесь идет позолота 14 карат. Даже не 14, а 18.
Посмотрите, какие серьги. Можно купить одну пару, две пары или три пары. Я взяла сразу три пары, потому что получается подешевле. Вот такие очень качественные замочки. Швенза вот это вот не болтается. Все очень аккуратно. Закрывается со щелчком. В общем, мне очень они понравились. И очень-очень мелкие цирконы. В общем, такие красивые серьги можно сделать. Так, где у меня бусинка-то моя? Такую бусинку подвесить. Ох, как классно будет. Да, красиво еще что-то сюда позолоченное примостить. Колечко или еще что-то. Будет здорово смотреться, красиво очень. Именно вот такая крупная бусина. Посмотрите, как здорово. Мне нравится. Вот, я не знаю, что тут написано. По QR-коду куда-то что-то переходить, наверное. Не знаю, тут вот замочки нарисованы, так что читать по-английски не умею. Вот такая еще листовка какая-то. Может быть, тут про купон не написано. 5 штук за 5 долларов. Не знаю. В общем, вот такие еще сережечки заказала я. Получила. Следующее, вот эти вот покажу вам. Это воск для печатей. Это я заказывала, наверное, три товара по одной цене. Я уже не помню, там за сколько я покупала. Сейчас по 185 идет. Вот это воск для печати, как я уже сказала. У меня есть видео, как делать печать с таким воском. Оставлю вам ссылочку в описании под видео. И в этой же посылке заказала пакетики. Все, думаю, делать наборы для сережек. Ой, для брошек. Значит, коробочки. И вот купила для бисера такие мелкие пакетики. Здесь идет 100 штук. Хорошие пакеты, плотный целлофан, полиэтилен. В общем, вот такие еще покупки. Давайте дальше будем смотреть. Так, 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 так. Ага. А здесь я заказала браслеты разных камушков, но они были не очень дорогие. 41 вариант браслетов. Сейчас послушаю маленечко. Вот так, 4 браслета заказала я на резинке. Так, вот это у меня что, какой-то белый, не знаю, камушек вроде, холодненькие, просто белые такие чипсы, крошка. Знаю, захотелось такой браслет. Естественно, я его буду разбирать куда-то. Применю. Вот это написано оливин. Очень мелкие сколы. Тоже на резинке. Что-то они были в районе 70 рублей. Сейчас не знаю, сколько они стоят. Оливин, амазонит. Тоже достаточно холодные камушки. Но утверждать не буду, что это натуральный камень или не натуральный. Разные. Взяла так, посмотреть, что за камушки. Как браслеты, конечно, я их не буду носить. Так, а это лунный камень. Так, ну-ка, поймала иризацию. Так, так. Видите? О, какой красивый камушек, да, один. Этот самый классный. Ну вот тут есть, видно вам? Иризация под разным углом появляется. Ну нет, достаточно много. Вот так вот он невзрачный, да, а повернешь, о, какая красота.
хороший камушек, тоже можно использовать куда-то. Так, дальше будем смотреть? Или на этом уже остановимся? Ладно, дальше поедем. Вчера вечером в Телеграме написала, что пришла у меня посылка большая. Будем делать или нет? Распаковку спрашивала. Ну вот, значит, тут я купила цепочку с шариком. Такие цепочки я уже покупала, но побольше. Вот это вот, по-моему, вот что-то 1,5 миллиметра, что ли. Да, по-моему, 1,5 миллиметра. Такие миниатюрные шарики. Вот такая цепочка. Кстати, такой цепочкой можно обшивать брошки или использовать вместо канители. Тоже будет здорово. Они такие мелкие-мелкие. Вот смотрите. Такой вот цвет. Очень благородный. Так, сейчас достану все, вам покажу, какие есть. Вот под серебро. Они такие эластичные, приятные прям к руке. Но маленький размер. Я не знаю, тут сколько. Наверное, 5 метров, наверное. Не помню, сколько тут. Вот такие. Да, кстати, как они будут себя вести, сказать сложно. Но блестят они классно. Хорошо смотрятся. Можно из них кисти делать. Тоже будет здорово. Черная. Давайте посмотрим, как она. Блеска нет. И она, мне кажется, немножечко такая пожестче. Эти прям такие мягкие, эластичные. А это немножко пожестче. Тоже достаточно симпатичная. Холодненькая. Не знаю, накрашенная или какая. Не остается краски на руках. Посмотрите, какая замечательная. Давно меня уже не видели, да? Давно видео не было. Угу. Я всем благодарна, кто подписывается на канал. Очень рада каждому из вас. Спасибо. Вот такой цвет бронзы. Тоже достаточно интересная. Вот. Они такие приятные, такие классные. И под золото цепочка. Тоже классная. Посмотрите, какая классная. Я очень довольна этими цепочками. Надо срочно что-то делать. Красивое. Срочно надо что-то делать. Просто мне очень нравятся они. Сейчас полюбуемся кучкой. А эти запутала. Красные. Не знаю, мне кажется, они так сильно мерцают, сверкают, как вам. Ой, мне как они нравятся. Классные. Так, сейчас пакетики лишние отсюда уберу. Так, ну что мы еще будем смотреть с вами? Поехали дальше. Так, еще есть. Так, ну это такая посылка. Вот такие трубочки. Сколько они сантиметров подписано тут у меня? Сейчас посмотрим. Так, 10 комплектов. От 10 до 40 миллиметров.
Руди и золото. Я взяла родированные 35 миллиметров. Застежка слайдер на этой страничке. И другие виды есть здесь. Я взяла для браслетов. Смотрите, они идут сразу же с карабином. И вот так можно подцепить. А с этой стороны у нас браслет. Можно на браслет из бисера сделать, из бусин. Просто вот туда продеваются бисер или бусинки. И с этой стороны закрываются. Так, не видно, что показываю. Вот. И так крепко должно держаться. Можно, наверное, и тканевые сюда заводить. Единственное, чтобы на конце ткани что-то было как стопорное. Можно, чтобы держалась ткань внутри этого слайдера. Вот такие. Мне надолго их хватит, так что надо начинать делать такие браслеты. Так, хорошо. Девчонки, кстати, напишите, пользовались вы такими слайдерами или нет. Что-то вот я взяла первый раз. Буду пробовать, обязательно вам покажу. Но если кто-то уже делал с такими слайдерами что-то, напишите, удобно, неудобно, как там получается. Следующая посылка. Это бусины. Наверное, бусины 3 на 4 миллиметра. Черные, граненые бусинки. Сколько тут? Наверное, 5 ниток опять брала я. Беру. Много таких рандели. Да, 5 ниточек. Ну, обычные бусинки стеклянные. Тоже подкупаю материал. Вот мне нужно найти где-то нитки обувные. Не знаю, где их купить, чтобы в коробочки вкладывать. Мне нужны черные и белые нитки. Оптом, чтобы купить можно было. Вот, девчонки, кстати, если у кого-то есть такие ссылки, может быть, так, не в комментариях, а где в Телеграме или в WhatsApp эти ссылки. Если у кого-то есть, пожалуйста, поделитесь. Только не это, не на Ютубе, потому что Ютуб не любит ссылки в комментариях. Я вам буду очень благодарна, если такие ссылочки у вас есть, и вы с ними поделитесь. Так, ну, в общем, вот такие бусинки. Они что-то не очень дорогие были, в пределах 50-60 рублей. Они и сейчас. Также, кстати, скоро будет распродажа ведь. 11.11. Надо подготовить корзину. Так, этим вот надо заняться тоже, да. Так, смотрите, какой большой пакет. И в нем... Опа! Что это такое? А это протектор для ювелирного тросика. Кто-то их называет подковки. Вот такие. Я довольно-таки часто с ними работаю. И они у меня есть... Покупала я микс разных расцветок, а такие у меня уходят быстрее всего, поэтому заказала отдельно бронзового цвета. Такие подковки. Очень удобные штучки. Они бывают разного размера. А эти не знаю какого размера. Не скажу вам. Я пользуюсь такими. Так. В общем, хорошая штука. Полезная очень. Рекомендую. Так, здесь что? Смотрим. Что-то тут. А, и тут еще бусины. Смотрите. Так, сейчас пошуршу чуть-чуть. Все. Опять черные. По-моему, такие же. Да. Тут, по-моему, 3 нитки. Ну, точно такие же. Дальше вот такие голубые. Тоже размер, наверное,
3 на 4. И такие розовые тоже 2. Ну, нужны такие бусины. Очень они мне понравились. Эти бусины можно использовать с розовым кварцем. Плетеные бусинки можно делать с розовым кварцем. А эти можно с аполитовым стеклом использовать. Смотрите, они прям такого же точно цвета. Классно. Такие вот бусинки еще. Ой, сколько у меня красоты. Так, давайте дальше. Осталось две посылочки. Нет, не две, четыре. Давайте смотреть все равно уже сейчас до конца. Ну, это обычная посылка. Взяла микс карабинов больших. 100 штук здесь идет. Наверное, 15 или 16 миллиметров такие расцветки этих карабинов разные. Несколько видов золотого цвета, бронзовый, медный, черный и серебро. Под серебро тоже несколько видов. По-моему, 2 или 3. Светлое серебро, рудий. В общем, вот. Теперь мне их хватит надолго. Мне кажется, вот желтые, они это цвет теряют. Вышаркиваются. Они становятся вот латунными или вот под медь. Можно их использовать будет, если равномерно цвет слезет. То можно еще использовать с медными украшениями. Так, ну это такая. Расходники. Быстро они уходят. Обычные карабины. Так, что интересненького. Следующая посылка. Ага. Здесь идут у меня камушки. Вот такие камушки я заказала. Это агаты. Вот такие бусины крупные. Так, какой у них размер? Около 3 сантиметров. А так, наверное, ну, больше, чем 1,5. 1,8, наверное. Такие бусины. Они просверлены вот так вдоль. Крупное отверстие у них. И вот такие бледноватые мне достались. Они идут сразу по 4 штучки. Вот эта полосатенькая, такая более-менее интересная. А эти бледные. Не знаю, посмотрю, может, их вышивку куда-то использую. Может, еще куда. Может, в виде подвески буду использовать. Ну и вот посмотрите, такие бусины сверлят с двух сторон. То есть с этой стороны до середины, а потом с этой стороны навстречу друг другу. И, как обычно, бывает там ступенька. И не всегда толстый пин проходит. Ну, вот здесь прошел. Хорошо, отлично. Ну, вот здесь отверстие видно, потому что прозрачный очень камушек. Бусинка такая. Давайте проверим все, как проходит. Ну, отверстие крупное, поэтому, наверное, все нормально. Да. Отверстие большое. Вот такие бусины. Сразу по 4 штучки. И вот такие же в этом же магазине идут по 1 штучке. Вот я эту купила. Больше такой на страничке у продавца нету. Ну, какой-то крашеный камушек. Да, может быть, на просвет вам видно. Как вены дракона. Наверное, агат крашеный. Понятно, что такой камушек в виде лошадиного глаза. Ну, здорово. Куда-то вышивку хочу использовать. Такая красивая бусинка. Она без отверстий. Кабошончик. Такой красивый. Вот. Ну, ссылки пока оставлять не буду. Не хочу я себе проблем. Так, да, вот говорила я вам, что заказывала еще бронзовые. Ну, такая бронза яркая очень. Тоже без претензий такие крючки. То есть сегодня мы просто любуемся тем, что я купила.
Ссылки, ну, есть под видео, под старыми, которые были давно опубликованы. Ищите там. Скорее всего, там еще что-то можно выбрать по тем ссылкам. Эти ссылки у меня все приготовлены, но пока я их публиковать не буду. Так, и вот такое, такая бронза. Тоже крючки. Эти уже идут помельче размером. Здесь никаких стразов нет. Здесь просто такой рельеф. Но цвет отличается от этих. Немножко потемнее. Эти очень яркие. Взяла пины длинные. Самые длинные, по-моему, 7 сантиметров взяла. Пришли они. Они неплохие, но они пришли половина гнутые. Я вот их уже все распрямила. Пины с шариком. Почему в этот раз взяла длинные такие? Ну, может быть, куда-то использую половину. Бывает так, что нужно где-то из одного. Можно сделать два. Идет 100 штук здесь. Размеры разные можно купить. И цвет металла тоже разный. Так. Ну и последняя посылка на сегодня. Вот какое богатство у меня, да? Так. Что-то тут. Пакетик он такой. А, заказала я замочки вот такие. Хочу браслетики сделать. Очень красивые браслеты. Качество хорошее. Это магазин, по-моему, Жуков. Красивые браслеты. Все усыпаны циркончиками мелкими. Очень удобная форма. И можно разные бусины прикрепить. Можно использовать и в бусах, и в браслетах. Еще куда-нибудь, наверное, можно придумать. Вот. Серебристый и золотистый. Они довольно-таки крупные. Так. Полтора на полтора. Вот эти вот квадратики, да? Почти 4 сантиметра. Но очень декоративные, красивые. На браслетик. И с этой стороны, и с другой стороны будут смотреться очень здорово, красиво. Вообще шикарные, конечно. Замочки. И камушки сюда нужны соответствующие. Дорогие, красивые, блестящие. Вот такие замочки. Ну все, девочки и мальчики, на этом все. До встречи на моем канале. Пока-пока.